Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан и Жак, и сегодня у нас будет необычный видос, мы будем смотреть наши самые первые видеоролики и также попытаемся их повторить. Это будет что-то странное, да. И да, ребята, если мы наберем очень много лайков и под Эдисона видосом, и под моим видосом, то мы выпустим следующую часть, и у нас будет такая целая рубрика, где будем угорать. Да, это будет что-то странное, поэтому, ребят, давайте мы приступим. Я в первую очередь хочу посмотреть свой самый первый видос. Вообще, поехали. Ты готов, Евгений? Ты готов? Я этот видос еще не видел, поэтому, ну, если как бы его записывал. Ребят, мне сейчас будет стыдно, наверное. Ну хорошо. Ты помнишь, что там было? Ну не особо. Поехали. Запускай серман. Всем привет! Меня зовут Эдисон, и сегодня я начинаю проходить Майнкрафт с модом Pixelmon. Pixelmon. Первое видео, которое я когда-либо делал. Я постараюсь сделать все, чтобы вам понравилось. Что ж, я создам новый мир. Пусть он будет называться. Ну-ка. Ну не знаю, пусть будет Pixelmon. Pixelmon! Отлично! Pixelmon! Отличное название для меня! Креативное! Pixelmon! Я хочу сказать о данном моде. Ну, не знаю, лично для меня он очень интересен, очень. Потому что ты всегда на ну, это делать, хорошая информация о моде. Всегда. Всегда! Все ясно, все понятно, следующий видос. Теперь, еще раз повторюсь, это лично мое мнение. Лично мое. Не твое, так что я обижаюсь. А у меня в это время скин девки был. Не знаю почему, но это скин девки. Реально. Если мы знаем больше об Эдисоне. Не знаю, потому что... Так, еще хочу вам объяснить вот это. Ну, думаю, сейчас или позже. Ну, просто кликаешь правый меш перед тобой. И потом ломаешь это. Ага. Ну, просто я называю это грибан. Не знаю. Для меня это похоже. Ну плохо, мы сразу появились возле огромной шахты. Запинаться начать. Извините, уже. Первый видос уже начал запинаться. Я так очень тихо слышно, просто капец. В эпизоде я пока еще что-то хотел рассказать. Даже уже не знаю что. Все, истории на этом закончились. Эдисон, я тут знаешь, что хотел рассказать? Я тебе вот просто хотел тебе рассказать. Уже не знаю, что, правда. Ну я хотел, чтобы ты рассказал. Да, ты заинтриговал прям меня, расскажи. Ты меня тоже заинтриговал. Видите, какой я интригатор просто. Мне кажется, можно приступить к следующему видосу, тут все понятно. Тут это лично мое мнение, мне вообще посрать, понимаешь? Это мое мнение. А когда ты начал веб-камеру записывать? Ой, я не знаю, но... Этот, мой самый первый видос вышел 24 июня 2013 года. То есть уже 4 года. А сколько тебе тут лет? Не знаю, 18 вроде. Ага. Только... Нет, 17... То есть как мне сейчас? Да, чуть младше, возможно, да. Ну, так, что самое интересное, сейчас будет мой самый первый видос с вебкой, ребята. Самый первый видос с вебкой на моем канале. Вряд ли кто-то это видел, да. Поэтому приготовьтесь к спектаклю. Да, мы еще потом это все повторять будем, не забывай. Да, я не забываю. Ты готов? Выдохни просто. Я уже видел какую-то там картиночку вначале, я уже стал смешно. Начинай, быстрее! Ребят, вы к такому не готовы, это шок-материал. Ну хорошо. Не смеяться! Ну, что сделать? Я там мелкий еще. Да. Все. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами снова Эдисон. Решил поиграть с камерой, ребят. Не смотрите на меня по голосу, не смотрите. Я действительно стесняюсь, так как пятый. Не смотрите на меня, я стесняюсь. Нет, это, конечно, смешно сейчас смотреть на свои старые видосы, тогда я реально стеснялся. Не смотрите на меня, меня еще прекрасно видно. Освещение на максимуме. Мне больше понравилось. С вами снова Алис. Вы на меня не смотрите, я там стесняюсь. Вот сюда смотрите, на того чувака не смотрите. Что намного интереснее смотреть. Да, намного интереснее, десятый раз я уже говорю, намного интереснее. Вам же интересно, давай, когда мы с вебкой играем, интереснее. Ну это что-то новенькое. Что-то новенькое серия называется, что с вебкой что-то новенькое. Давай уже что-то новенькое. Так как... И вот и пауза. Ты тут без бороды? Не думайте, что я там какой-то не знаю кто, не знаю, может... Это вообще ты? Я не знаю, это какой-то другой чувак. Чё, подожди, что ты там сказал, подожди. Фотографии со мной, да? Я это действительно не люблю.
А, у меня, если честно, до сих пор ни одной моей фотографии. Да, да, да. Ни одной. Ребят, если что, мне 18 лет, не думайте, что я там какой-то не знаю кто. То есть, смотри, ты как бы... Ты типа говоришь, что ты не школьник. Да. Что школьники какие-то такие? Вот так вот, да? Не, ну тут надо уловить логику, мысль. Да, мысль. Ну давай, хорошо, мысль. Посыл из другого мира. Мне 18 лет, поэтому не подумайте, что я там какой-то такой, понимаете? Какой-то так, какой такой? А какой-то... Ну такой, как сейчас на камере. Это ребят, мне 18. Мне 18. Ребят, мне сейчас 22, ему 18. Не подумайте то, что я какой-то такой. Просто на самом деле мне интересно. Интересно, я решил вот заснять, и мне интересно, вот. То есть для тебя 18-летние какие-то такие? Продолжаем. Понятно! Им кажется, что они как-то... Ух ты, машина там... Ух ты, машина! Сраная машина! Как, Гириш Кривенин, с вами Славянин, с вами Жека, сегодня... Сраная машина! Сегодня мы будем снимать троллинг... Машина там проехала. Да, сегодня мы будем снимать с вами троллинг! Поехали, Жека! Поехали. Мне страшно это смотреть, я тебе честно скажу. Почему? Я как бы понимаю, это я, да, но... Не записывал с камерой, да? А во-вторых, ребята, я вот как раз уже поставил одни скобки, а вот... Так, мне интересно, что будет дальше. Не, давай! Я там поставил скобки, я еще показал. Я поставил скобки, вот, понимаешь? Реально только олдфаги поймут то, что... И вспомнят то, что я когда-то носил скобки. Ну я дальше хочу послушать, ну пути! Будут говорить, ууу, скобки. Знаете, такое сейчас какое-то поколение идет, что... Хреновое поколение! Смотри, Женька, смотри, наркоман пошел, какое плохое поколение! Плохое поколение! Бабуля, какое поколение? Сейчас скобок нету, но... Не, вы нормальные, я вам честно скажу. Вот там другие. А кто вот это смотрел, это вообще кит. В принципе, есть такие люди. Извините, если меня немножко... Тихо слышно. Да все нормально тебя, пацан, слышно. Продолжай, продолжай. А главное, видно хорошо. И видно тебе хорошо, да. Ну, пацан задумался. Просто умная мысль в голову залетела, и он... Ё-моё! Чё я сказал? Чё? Такой, ё-моё, чё я сейчас снимаю? Какие скобки? Ну хорошо, дальше скобки. Пожалуйста. Они подумают, вот какой-то там такой с скобками, вот он. Ой, наркоман с скобками, точно! Я предлагаю на этом закончить, не хочу больше просто. Нет! Скобки это хорошо, запомнить. Я досмотрю потом. Так как там, это что-то новенькое. Это что-то новенькое, после запишем этот видос, я его нахрен удалю. Так, приходим к следующему видосу. Последний видос, который вышел 14 мая прошлого года. Вроде кажется то, что прошел один только год, да? Вот сейчас мне 22, мне тогда было 21. Вот мы тогда уже бы даже были знакомы где-то полмесяца. Да, мы тогда уже были с Жекой знакомы. 14 мая, да. А, и вроде прошел только один год, но мне кажется то, что за этот год я прям кардинально изменился, поэтому давайте посмотрим. Это, кстати, прикольный видосик. Я тут на самом деле видел. Я тут первый раз танцую. Кто не видел этот видос, он прикольный. Давай. Я начнется. Я так не умею, Эдисон, давай! Давай, давай! Поехал, поехал! Канделиш, крепчишки, с вами свой Эдисон, добро пожаловать! Ну тут уже хотя бы не Эдисон. Я буду, в следующий видос я буду так здороваться. Всем привет, с вами снова Эдисон. И Жека! Прыгнул ты эпично на кровать. Эпично. Да, видосик на самом деле прикольный. Вот именно. Вот эта селька мне нравится. Разврат, разврат. И это прошел один год, ребята. Да. Сложные были времена для Ютуба, я понимаю. Надо было танцевать на камеру. В чем суть Ивении? В чем суть этой серии? Ни в чем. То, что мы будем повторять наши старые видосы. Слушай, я не умею танцевать. Ты понимаешь? Это твой, я у тебя видосик повторял, ты сейчас повторяй. Ну хорошо, я повторю. Давай. Ну давай я посмотрю, как там. Ага, так вообще. Ага. Да, 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 все, я понял. Давай, давай. Готов, готов, Евгений? Потом типа, вот это, потом прыгаешь. Ну ты подожди, ты должен выключить звук. Смотри, ты, короче, помещаешь мне в камеру сюда. Не, звук я выключать не буду, потому что там музычка эпичная. А-а-а. Ну пофиг, давай. Готов? Да, давай, давай. Давай, раз, два, три. О!
support teleportation on all TF815416. Это где умеешь? Кровать не поломать! Ребятишки, с... Я бы отличный танцор, я не знаю, как ты это делаешь. Даже я лучше бы не повторил на самом деле. Ой, ты молодец, ты справился, ты справился. И вот, вот это лицо надо. Я всех на части разорву просто. Где там ничего не поломали? Получше что-то сломал, не важно. В общем, Жека, я предлагаю... Вообще-то не Жека, а Жека. Жека! Я предлагаю на этом закончить этот видос, ребята. Если вам понравилась такая рубрика, то мы запишем еще одну серию, если вы, конечно, хотите посмотреть также видос Жеки, где я повторял его сценки. Там тоже было очень даже прикольно. Вот. Поэтому ставьте огромный палец вверх, подписывайтесь на канал. Вот тут кнопочка есть, вот кнопочка есть такая. Подписаться, подписывайтесь! Пока! Не, ну там, да подожди, я видос тоже такую паузу делал, типа... Пока!